Добрейшего дня, меня зовут Максим. Вы смотрите канал The Quiz. Мы сейчас гуляем по нашему любимому местечку. Это мы перешли через пешеходный мост Консоблаз. А вот пару слов про экологию. Вот это настоящий зайчик. И здесь много. Я постараюсь приблизить, насколько позволяет камера. Вот он только что сидел у нас на дороге, на нашей пешеходной. А сейчас немножко вниз сбежал. Вот. И вот он сейчас будет бегать. Сейчас немножко пониже спущусь, чтобы его разглядели. О, чешется. О, побежал. Вот, вот такая здесь в Америке экология. Вот. А вот наша любимая дорожка, по которой мы гуляем. Вот. Такой вот у нас. Это даже не асфальт, они делают бетонную заливку. Почему очень-очень аккуратно? Посмотрите, какие стыки здесь. То есть стык прям вообще идеальный. И дороги такой сносу нету. Вот, это наш главный пассажир. Радуется, как обычно. На прогулочке. И вот дорожка вот так идет. С той стороны у нас река Миссури протекает. А вдоль реки у нас вот эти вот буреломы, деревья вот эти вот вековые. В общем, короче, здесь очень здорово. А для чего я, собственно, снимаю это видео? Буквально вот на днях кто-то у меня в ролике написал о том, что он хочет посмотреть, как выглядит не самый дорогой райончик от Консоблаз. Как раз тот самый не очень дорогой райончик, где живут, ну, скажем так, по американским меркам, люди, которые не так много зарабатывают. Вот. И вот, вот такие вот, вот домики здесь. Все достаточно чинно, культурно и прилично. Конечно, есть более бедный район, например, на севере от Дадж-стрит. Вы можете по Google Map посмотреть. Там вполне даже вероятно, сам Google уже отснял. Вы можете в 3D сделать путешествие вот по этим северным районам. Там, конечно, народ живет более маргинально, чем здесь. Но здесь, смотрите, вот видите, газончик весь покошен. В общем, все очень аккуратно. Хотя домики здесь относительно такие вот бюджетные. Я не думаю, что здесь дома стоят дороже, чем 100 тысяч долларов. Ну, может, от силы там 150 каких-то, кто подороже. Ну и вот все здесь так аккуратно. Очень много людей, которые смотрят мое видео, с негодованием мне пишут: ну вот сколько у тебя долгов, когда ты себе купишь вот такой фанерный домик, это будет твое американское счастье. Что я могу таким господам посоветовать? Господа товарищи, проживая в своей блочно-хрущевской, брежневской, ну пусть даже горбачевской многоэтажке, как часто вы в выходные просыпаетесь от звука работающей болгарки, дрели, вопли соседей неадекватных? Причем, заметьте, все же это происходит даже не в соседней квартире, а, наверное, квартир через 5 про звукоизоляцию. А здесь вот полнейшая тишина. Видите, у людей вот своя персональная баскетбольная площадочка. То есть все нормально. И вот скажите, что лучше, жить в таком вот безумном блочном доме, в каком-нибудь мегаполисе, где в лифте постоянно загажено, наплевано, где постоянно пробки, или вот в таком вот тихом, спокойном месте, где по дорожкам бегают зайчики, где вот такие вот замечательные вот прогулочные дороги, кстати, везде повсеместно в Омахе, где вот такие вот газоны, где утром ты не просыпаешься от болгарки, полнейшая такая тишина, где ты идешь по улице, у тебя спрашивают, как себя чувствуешь, как у тебя дела. Вот. И сами для себя сделайте вывод, где лучше все-таки жить. За сим откладываюсь. Оставайтесь со мной на канале. Следите за развитием событий, подписывайтесь на мой канал. Если мои видео кому-то нравятся, размещайте их в социальных сетях. Пишите комментарии, мне их приятно читать всегда. Вот, скоро я сниму ролик «Ответы на вопросы», потому что вопрос уже накопился. Особое пожелание у меня для господ-троллей. Значит, начиная с этого месяца, на моем канале вводится жесткая политика. Значит, если вы хотите со мной общаться, будьте добры держать себя в рамках приличия. А если вы вместо «добрый день» и «здравствуйте» прямо с первого комментария начинаете писать гадости в мой адрес, значит, это, видимо, не ваш канал. Я просто буду ставить блог и ставьте дизлайки, сколько вам заблагорассудится. Удачи!